В минувшие выходные в Твери в Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску офицеров и курсантов вуза. Приветствие выпускникам, слушателям, руководству и преподавательскому составу академии направил губернатор Игорь Руденя. Более 400 офицеров выпустила в этом году военная академия ВКО. Среди них 39 представителей дружественных России государств, представляющих разные страны и даже континенты. Многие из всех выпускников закончили учебное заведение с отличием. Мы сегодня завершили обучение. Очень много выпускников закончили с красными дипломами, с золотыми медалями. И это отрадно. Это праздник и для тех, кто вас учил. Свои поздравления прислал офицерам губернатор Тверской области Игорь Руденя. Глава региона отметил, что академия по праву заслужила репутацию одного из лучших высших военных учебных заведений в России. Более 65 лет здесь осуществляется подготовка элиты вооруженных сил нашей страны, отметил губернатор. Присутствующие на церемонии ветераны выразили надежду, что выпускники, получившие лейтенантские погоны, достойно продолжат традиции своих отцов. Ветераны академии, сердечно поздравляю вас с завершением учебы. Настал час, когда вы выпускаетесь из стен нашей замечательной академии. От души желаю вам здоровья, настроения хорошего и всех человеческих благ. Военная академия ВКО является образовательным учреждением, не имеющим аналогов на всем постсоветском пространстве и не только. Обучение здесь идет на уникальной учебно-материальной базе. Ее основой является единая система из более чем 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки. Это внушает надежду, что наше небо под надежной защитой.